Shoot, 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 shoot. yeah, 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 shoot, shoot, Что ж, друзья, полетели. С вами студия UCC, у микрофона Шейл. И мы продолжаем смотреть матчи в рамках Лиги, Соответственно, плей-офф. Ну и противостояние Синер против команды Соу. Чехи будут сражаться против португальского состава. Ну и здесь у нас происходят очень интересные моменты уже в районе, соответственно, вентиляции. Куда Оскар спустился за двумя своими соперниками. Тут же получил по голове. Бомба, соответственно, стоит. Ну и такой ретейк будет крайне проблематично. команде Синерс вывести. Имеются, конечно, киты. Но, опять же, один из игроков они а в меньшинстве, и не сказать, что по позициям все классно И с одной вилки ретейкить будет очень и очень тяжело И вот почему, Роман сносит уже одну голову за другой Стадода здесь подключается Но бистик плюс тиммейт, я думаю, даже если не добьют В любом случае, можно сыграть на время Благо у вас всегда есть джаст, и он является таким своеобразным планом Б То есть, если даже тиммейты погибнут, он сумеет сыграть на бомбу Но, видимо, его задача тут будет совершенно в ином Первый раунд за командой, соу И отправляются они на, возможно, взятую пистолетную серию в целом да, как-то мы так быстро прилетели на пистолетку, честно говоря. Дело в том, что нам передают клинфит, то бишь изображение, соответственно, которое нам передают. То есть все, что вы сейчас видите, это не я сижу в игре, это не GoTV. У меня вообще кс сейчас вырублено, а Мне просто прислает это изображение, которое я, соответственно, со своим уже голосом транслирую для вас. Так вот, дело в том, что клинфит долгое время был онлайн, о, вернее, оффлайн. Я такой сижу, думаю, ну понятно, возможно, матч задерживается. И потом бац, так резко в матч. Соответственно, мы полетели. Я этому, честно говоря, отчасти рад. Потому что чем быстрее мы начнем, тем быстрее смеем посмотреть интересное противостояние. Потому что здесь действительно все крайне непонятно. Во-первых, команда Синрос, которая в последнее время не сказать, что в упадке, но опять же, команда весьма мощная, соу, so, у которых огромный винстрик идет там на протяжении многих дней. Ребята тоже огромные молодцы. Ну и тут будем смотреть уже на попытки форсануть от чехов. Не сказать, что это прям супер получается, потому что Оскар уже пал, а Оскар был единственный полноценный девайс. мы там дропнул фамас и тут уже такая игра знаете идет 1 плюс 4 когда вы просто отдаете тиммейту лучший девайс в итоге бистик жертвует своим армором говорит братан держи фамас давай разваливай а в итоге оскар не справляется и на этом наверное шанс на раунд в принципе Достаточно быстро тают Единственная возможность тут поделать какие-то киллы К шоку, конечно, совмещается тиммейт о, Со скаутом, но, опять же Не имеет смачок, но одну а, Сторону вилки, вторую, можно просто файрами закрывать, поэтому, я думаю, тут проблем Особо у команды Сол не будет Ну, давайте мини-голосование в чате, что ли Устроим, друзья, давайте циферку 1 За команду Синерс и циферку 2 За Сол, поставили, пришли поболеть Неважно, думаете, кто победит, быстрее в чате Пишите, предикты, естественно, на карту Это о следующем мы поговорим чуть позже. Ну, естественно, Соу на более поздней стадии уже врывается под ее нижнюю точку, готова плентить все это дело. И на самом деле вот такие выходы, они иногда немного могут испортить всю малину. Знаете, вот так вот в большинстве против вас толком девайсов никаких нет и так далее. Но вот временная петля бывает, знаете, душит. То есть, когда ты там сидишь, халдишь до 20 секунды, и потом резко бац, и все. Просто отлетаешь за счет того, что, ну, знаете, когда ты выходишь на 20 секунде, у тебя как бы одна ошибка, и все. Ты раунд проиграл, грубо говоря. Ну, вы понимаете, там диглы на близкой дистанции, скаут может какой-то хэдшот повесить и так далее. Ну и в чате я вижу, что мнения нет разошлись, на самом деле. Кто-то единичку, кто-то двойку пишет. Чуть побольше, наверное, ребят здесь голосуют за команду Soul. Будем надеяться, что в чатике у нас прибудут новые силы, так скажем, новые зрители. Но пока что у нас такое филерное достаточно начало. Счет, скорее всего, будет 3-0. В этом раунде, конечно, удалось, видите, там засейвить и скаут. И вроде как пистолеты какие-то нормальные имеются у команды Синерс. Но, опять же, зная Soul, то есть они обычно против форсов своего соперника играют очень круто. То есть предыдущий раунд сыграли чисто через улицу, что, ну, на самом деле, я не знаю, лучшего решения, которое можно предпринять. Ну, то есть, ты знаешь, что у его соперника в большинстве своем диглы какие-нибудь скауты. Стенка смоков на улицу, что они тебе могут сделать? Там банально Мурига нет, чтобы тебя застопить нормально. Но, возможно, этот раунд сыграют немного по-иному, ребята, из Соу. Решили, видимо, знатно так поконтролить карту, распикать какие-то отдельные позиции. Мы видим, что два игрока занимаются улицей, двойка стоит, соответственно, в лобби. Ну и здесь пытается уже зетка найти те самые фраги. Примечательно, что именно он катается скаутом, несмотря на то, что основным снайпером в команде является, естественно, легендарный игрок с ником Оскар. И, возможно, он бы хотел это девайс для себя заполучить, но, с другой стороны, ему Фамас в предыдущем раунде дали, он как бы не вывез, и на этом все. Давненько я, кстати говоря, не комментировал команду Синерс. Помнится, последний раз это было в рамках турнира Вулкан Бет. Возможно, помните такой? Комментатор, жду предик на этот матч от тебя, что ты ожидаешь от этого противостояния. Ну, жду, наверное, здесь плотного противостояния, плотного сражения. На самом деле, смотри, мои ожидания состоят из того, сможет Оскар или нет. Потому что, как по мне, команда Синерс очень сильно зависит от своего снайпера. Прям мега сильно. Это однозначный самый крутой в плане индивидуальном, так и самый опытный игрок в команде. И часто можно, знаете, зайти, просто полистать статистику и увидеть, какую, в принципе, штуку. Когда у Оскара все хорошо, он бьет там по 20-30 килов, команда тащит, справляется идеально. Но если Оскар не летит, то частенько, особенно на таких сложных картах, как Нюк, да, ну, проблема возникает огромная у команды. И как по мне, если Оскар здесь не включится, пока до его включения далеко, то команда Соу достаточно легко все это дело может закрыть. Поэтому я, наверное, верю больше в них. Но мне кажется, что все-таки либо на Вертибга, либо на Нюке Оскар включится. Поэтому победа Соу для меня здесь видится за счетом 2-1, наверное. Хотя вот мои коллеги, так скажем, с другой трансляции, все-таки у нас турнир, понятное дело, не СНГ проводят. Вот, я там посмотрел немного. На, на их языке, естественно, ничего не понял, но они там показывали, короче, таблички, голосовали. И там был момент того, что комментаторы поднимали листок со счетом 2-0 в пользу команды Синетас. То есть там именно the... ребята из -за Чехии, соответственно, болели побольше. Португальцы хорошую форму набрали, молодцы, в общем, уже не одну неделю за их играми наблюдаю, они сильнее стали намного, чем когда-либо. Ну, возможно. Посмотрим, как будет сейчас. Много, естественно, и от Бистика зависит, потому что Бистик это, в принципе, такой некий энтри-фрагер, энтри-занимающий позиции игрок. То есть, я не знаю, вспоминаю, как трейны играли Синерос, и там Бистик в 15 раундах из 15 просто бежал, пушил Олафа. Вот если получалось, то у команды все классно. Если нет, то, соответственно, нет. Ну да ладно, мы набрались до важнейшего девайса девайсного раунда, на самом деле. Появляется авик от Оскара. Ну и команда Соу решила поиграться тут через дверки. Но Оскар парень такой. первым же девайсном пошел пикать Скрики, И, естественно, с этим угадал. Тут еще и поджимает его лицо инициативу. Пока что от защиты, конечно, тьма тьмучая. Но, с другой стороны, один из игроков атаки уже прошел через вентиляцию. И, на самом деле, должен стянуть, по идее, на себя внимание. Либо попытаться в спину как-то обойти. Но пока что на Б никто не стянулся, вот в чем дело. А на рампах, получается, у нас один снайпер. То есть, в теории, если Оскара сейчас обойдут спину, если чешского снайпера здесь убьют, то можно просто на Б вывалиться толпой и взять раунд, что ли, я не знаю... Но просто Оскар реально 0 хп, посмотрите, что происходит. Арки просто бежит, говорит, опа, кажется, это халява, Оскар, да что ж ты будешь делать? Повернулся в самый противный момент для своего оппонента и сумел все-таки дать на зум. Вот это обида, а тут уже в итоге и шок влетает, но это все не важно. Шок пускай погибает, главное, что Оскар жив, а теперь база Б не пустая. Просто одним вам перечеркнули все надежды в этом раунде от команды Соу. So. Но, тем не менее, есть еще одна небольшая возможность попытаться пройти через 9. Ведь Оскар тут очень опасно воюет. На самом деле осталось чуть меньше 50 хп. Отходит чуть дальше в сторону базы Б. Его преследует Стадод. Он понимает, что если убьет снайпера, начнется суматоха. И тем временем Оскар все-таки справляется. Уже третий килл в его исполнении. Но здесь выход на базу Б обеспечен. В команде Соу вопрос, доберутся ли они живыми до сайта. Потому что Оскар уже перетянулся в сторону... Садится на Аквариума, будет убивать еще одного, ну и тут до было недалеко, последним остается Роман, по нему есть информация, ну и тут легкий раунд получился для команды Синерос, но ну, опять же, Оскар, если бы не развернулся, его бы убивали, база бы пустая и все на этом. Ну вы понимаете, там заход, установка планта, и я даже не видел, честно говоря, были ли у Синерос в целом киты, если бы китов не было, они бы на ретейк даже не пошли, скорее всего. Прям как ты говорил, Оскар включился и раунд взят. Ну, типа того. Ну тут, конечно, очень тяжело было. Мне кажется, сейчас настолько жестко просто паникует игрок португальского состава. Ну, вы представьте, вы идете в спину, надеетесь точно убить одного, а может быть и двоих. В вот, итоге такой разворот обидный от снайпера. Ну да ладно, то тем временем проход по улице, который законтролил, кстати говоря, Мутирис. Ну и будет выход на шок. этот а тут встретил одного. Ну а треть, второй игрок даже не ожидал такого мува почему-то. Несмотря на то, что твой тиммейт здесь погиб. Тем не менее, ситуация 3 в 3. И все пока очень выгодно для команды Соу, потому как на базе Б вообще никого нет. Мутирис легко еще и бистика Изобревает. Но пока что сово в направлении базы Б работает очень неплохо. Единственный вопрос Коскуру. Опять же, он в этот раз без АВП обходит там через короткий. И вот законтролит ли его, потому что он сейчас один, по сути, в поле. А как мы знаем, один на карте Денюк не воин. Получите вещей, сжали его с двух сторон. Оскар вылетает на префаре, не справляется с Романом. И последний остается Неофраг, тот работает со стороны вилки. Имеется у нее кит и смог. То есть, по идее, щелкнуть игрока в аквариуме, можно все это дело раздефать. Но как вот против двоих, не особо хочет и все это дело. Пытается выкануть, убивает даблдорсы. И можно сейчас дефать все это дело. Садится на дефьюз, влетает мутирис. И, Эх, да, все-таки будет добивать своего оппонента. Очень близкий раунд, на самом деле. Максимально суматохи внесли здесь соу. То есть убили игрока на улице. Там невероятно как-то очень плохо прошли опорника рамп. При том, что ну, первый игрок явно с ним столкнулся, должен был дать инфу, но второй, выпрыгивающий через смоки, вообще этого не ожидал. Это было забавно. Ну да, как-то... Ну и Оскар плюс. Я, кстати, не подметил момента, что Оскар-то сделал трипл килл в предыдущем раунде. Ну, том девайсном, который э, ребята из Син взяли. А после этого потерял авик. Вот засейвить не сумели. Ну и мы видим, что в дальнейшем только пистолеты. Вот, соответственно, чешской команды. Здесь попытка укрепить рампы, вдвоем немного постреляться. Ну и, понятное дело, диглы это пистолеты, знаете, такие а-ля на соло пики. Но Роман говорит, как бы, бистик, давай ты будешь пикать на другой карте. Тут как бы прострелами владею я. Легко его закрывает с лица карты Днюк. Ну и тут надо просто, знаете, доиграть раунд с минимальными потерями. Чтобы уже экономика возросла и можно было бы спокойно так э, соу, рассчитывать на то, что если где-то девайс на раунд следующий не залетит, они всегда спокойно сумеют перезакупиться. Но вот команде Синерс бы эту экономику накоцать и э, в лучшем случае, возможно, унести какой-либо девайс. Здесь у нас работают, кстати говоря, два игрока со стороны будки. Возможно, этот сетап против Сквики и сработает, если будет грамотно пикать Оскар. Тиммейт, соответственно, с будки подключится. Но в итоге они десантируются вниз и... Принимает решение распикивать уже слоу граунда, так скажем. Ну, тут, понятное дело, Соу, услышав кучу деглов на точке, А, понимает, что че-то нам здесь, походу, не рады. И можно спокойно отправиться на нижнюю точку. Ну, а на нижней точке. Пустота, скука. Надо спокойно ставить бомбу и выходить на счет 1-5. Слушайте, начало знатное, на самом деле. И вспоминая старые мету, вообще старые тенденции на карте Днюк, когда, ну, защита была сильной стороной. Наверное, если ты вот так вот взял там, условно, девайс на раунд плюс пистолетную серию, этого уже было достаточно. Но сейчас Нюк является такой картой, что здесь атака действительно иногда доминирует, друзья. Я вот вспоминаю я до сих пор трансляцию в рамках турнира Фанспарк, где играли BIG против Complexity, и там был очень токсичный чат, как бы, извините, говорю как есть. И, в общем-то, там я сказал такую фразу, ребят, да, BIG взяли 5 раундов в защите, но сейчас в атаке я уверен, что начнется камбэк. И мне в чате все пишут, понятно, комментатор не шарит, на нюке сильная защита и так далее. Ну, там где-то сообщение 30 перелетело, на что ответили BIG своим камбэком, собственно, и взяли там, по-моему, ну, не то чтобы кучу раундов подряд, они не прям 11 взяли. Ну, короче, все закончилось при счете 16-12, при том, что счет был 5-10 изначально. Вы понимаете. И тут, в принципе, тенденции могут быть такими же. Но опять же, вопрос пока к Оскару, потому как авик у него есть, и понятное дело, с пятерка раундов в защите можно что-то сделать, но нежелательно на такой счет все-таки отправляться, потому что есть вторая сторона медали, где ты выигрываешь мало раундов в защите. На следующей половине проигрываешь пистолетку, и для себя карта просто заканчивается. И этого, конечно, не хотят, наверное, видеть ребята со стороны Soul, Со стороны Синерс. Прошу прощения. Ну, в итоге без пауз. В 2 АВП, кстати, решили закупиться. Шок, я так понимаю, будет работать в направлении рамп э, со своей снайперской винтовкой. Оскар пойдет куда-нибудь на улицу, либо будет сквики распикивать. Ну, вот не знаю. Мне кажется, просто Соу — это парни, которые могут, знаете, и прям в агрессию какую-то пойти. И, в принципе, если они смотрели матчи команды Синеров, понимают, что те могут закупиться в 2 вп, когда у них идет что-то не так, проявить какую-то агрессию, запушить точку А, ну и вот что с этими авиками делать? То есть выход по точку А с крутыми гранатами Оскар с мейна не жилец, потому что там смог будет в мейне А тиммейт как бы с рамп, ну непонятно тоже, что ему делать с ВП И фаст раунд, конечно, против такого бая смотрится идеально Но, опять же, мне судить легко, у меня x -ray. Я вижу, как закупились, соу могут этого просто-напросто не читать ну, пока что полетела у нас раскидка такая малоформатная. И ребята все-таки решили сыграть через рампу. Здесь пока что орудует один шок, но он-то мешочит. Вот это неприятно. Дубль 2 его исполнение. Потому что горит немного в молике. Но решил все-таки отойти и отдать рампу своим оппонентам. Ну, я думаю, тут не надо, знаете, португальцам как бы изобретать велосипед. Коль уж вам так быстро на минуте 20 отдали рампу, можно спокойно полететь на базу Б и ставить там плен. Ну, а тут Зетка. Единственный такой оборонительный редут в стане своей команды. И если не он, то я не не знаю, кто сумеет этот раунд перевернуть. Потому что тиммейты крайне далеко. И если Зетка здесь погибнет, то можно будет уже задуматься о сейве. Но он поджидает своего тиммейта. Будут ребята ретейкать 3 плюс 2. То есть два игрока со стороны вентиляции, соответственно. И тройка пойдет, соответственно, с рамп. Но здесь крутое решение от Стадода плюс тиммейта. Понимает, что позиции в атаке особо нет. Надо отжимать выгодные поинты. В итоге сдвоенный пик взяли для себя Doors, Ну и здесь выходить, конечно, рампы плюс... Э двойные, когда у вас Не хотелось бы. Вот эти ребята отправляются на сейф, но Арки будет против этой свадьбы. Сносит моментально две головы. И, соответственно, здесь уже шестой раунд для португальского состава. Самое главное, что денег-то нет в запасе у Синерс. И, скорее всего, от этих двух девайсов ребята будут катать эко. И потенциально мучились компания могут спокойно выйти на счет 7-1. А там и до победы на первой половине недалеко. Кто здесь фаворит? Фаворитом является ни одна из команд, на самом деле, потому что коэффициенты там плюс-минус были 50 на 50. Ну, знаешь, там в районе, может быть, 55 на 45 отдавали предпочтение соу, вот из того, что я вижу. Но в целом, понятное дело... Все здесь верили, и я думаю, верили до сих пор. Ну и, как я говорил, тут экономический раунд от снайперского девайса. Ну и, соответственно, имеется еще и Коль. Здесь попытка выйти на аутсайд. Кстати говоря, классный морик от Романа. И в очередной раз находит энтри-прак для своей команды. Роман, конечно, начал так очень бодро, знаете. То есть, мне кажется, в принципе, Соу so это такая команда, ну она португальская. Мне кажется, их регион говорит сам за себя. То есть, вот португальцы, американцы, и, я не знаю, кого еще можно взять. Ну, болгары, наверное, нет. Ну, в общем, вы поняли. То есть, есть регионы, которые играют очень-очень агрессивно. И вот Португалия. Один из них, наверное. Но за это, агрессию его, были наказаны. Кстати говоря. Тут фраг прилетел от бистика, помогает ему и шока. Сюда еще и снайпер стянулся, поэтому крайне опасно. Но опять же, мутирись палочку-выручалочку для своей команды. Забивает шока. Стадода спокойно ставит плент. Ну и здесь вопрос к его тиммейту. Потому что стадода такое ощущение, что живым отсюда может не уйти. Пытается просто отсиживаться. А вот и Роман, как всегда, на помощи своему тиммейту. Стадода также справляется 7-1. И уже следующий раунд будет девайсным для команды Синерс. Но включаться надо прямо сейчас сейчас, потому что атака это все-таки странно сноубольная, и пока раунда за два прям не идут команде Синерс. То есть мы видим, что один девайсный соу берут, да, где-то в клатче, да, где-то в ситуации 2 на 2, но тем не менее следующий следует экономический, они берут еще и следующий, ну и вы понимаете, когда атака выигрывает раунд, получает еще и халявный сверху, очень быстро набирает преимущество и в какой-то момент их можно будет уже не остановить, наверное, нельзя будет остановить. Попытка скорректировать в, стра... в направлении улицы, вернее, вот Зэка. Здесь его поймали. Имеется сразу же перетяжка в направлении базы Б, но там Джаз слишком агрессивно сыграл, как по мне. Все-таки был энтрифраг дан на улице, и, возможно, стоило там в районе аквариума похолодить и не врываться так просто на... Бэпленд. Оскара отправили на точку Б. Но я так понимаю, все-таки пока проблема по информации от команды Синдерс. Потому что игрок на улице погиб. Они вообще не понимают, что происходит. Но смещение от Оскара приносит свои плоды. И да, информации не так много, но тем не менее они в большинстве. И тут интересный выход в СМО. Кстати говоря, Бистикс это дело контролит. Но опять же, прячется заложенным винтом. Позиция идеальная, казалось бы, для этого выхода. Потому что еще и фраг будет на него батить. Вот один фраг замечает оппонента. Включается Бистик. Есть минус парки. И в дальнейшем игрок за сайтом должен выполнять всю грязь. Ясную работу за своего тиммейта. Прочитал все эти позиции Стадона. Последним остается Роман. И он также будет погибать. Ну, наконец-то. Включаются у нас ребята из Синерс. Но, как я и говорил ранее, одним раундом здесь сыт не будешь. И нужна прям годная серия. То есть выйти там на 5-6 на раундов в защите минимум. Потому что ну, с меньшим количеством будет очень тяжело. Так, в чате пишут, я вижу, про то, что... В худе не видно, кто килы делает за атаку. Погоди. Ну, вообще, кто не понял, видите, там вот прицельчик в худе. И там обычно, соответственно, в рамках таких... Короче говоря, там приписочка есть небольшая в скобочках, кто делает килы в раунде и в каком количестве. Вот, я понимаю, да, что худ может быть немного неудобным, но я на этот худ никак не могу повлиять. То есть, опять же, я говорю, друзья, нам передают клинфит, то бишь это изображение. Сидит сейчас один чувак на сервере, для нас обстервит, и нам передает, соответственно, вот все, что вы видите. Я это просто копирую в ОБС, подключаю свой голос и все. То есть я сижу, если что, вот у меня вторая рука под столом, как бы это ни звучало, но она просто, я уже я не обсерву и вообще ничего не делаю. Я тут двигаю, единственное, что мышка иногда в чат поглядываю. Вот, поэтому как-то исправить худ, что-то там подправить, это не в моих силах, но благо у нас хотя бы ничего не лагает и можем продолжать смотреть замечательный матч. С учетом того, что здесь действительно поистине важный девайсный раунд со стороны команды Синдровс, наверное больше 7 атаки отдавать не стоит. Надеюсь, вы решили разыграть такой достаточно медленный стиль от Эсайта. Эс ну и неофраг влетает. Говорит, негоже в защите сидеть без информации, потому что особо... Ну, нету инфы по карте, никого нет на улице, соответственно рампы не запушили, и вот такие мувы позволяют тебе хотя бы понять, что вообще происходит. То есть он там прошел, чек, там в лобби особо никого нет, значит, фаст выхода на точку А точно не планируется. Исходя из этого, тиммейты могут дать чуть более комфортно себя чувствовать на немного других позициях. Ну, а Соу просто играет в контроль, и они поняли, что на рампу выходить для них очень даже выгодно. То есть там в размен играешь против одного игрока, ставишь бомбу, и там вылетает их уже никто не пойдет. В итоге вылетает на этого самого шока, им очень важно здесь жить, потому что тиммейт подключается из-под девятки, а вот и он, Оскар уже сбивает двоих. И здесь, конечно, тотальное большинство для команды из Синерс. Но бомба упала Роман попытается вернуть Бистик будет пушить в сквике Ну и тут такая, знаете, спина в спине С одной стороны Мутирис, который был прочекан -про С другой стороны Бистик, которого прочитать все же не удалось И это приносит команды из Чехии еще один раунд И мы видим, что на небольшой камбэк ребята тоже точно здесь рассчитывают А самое главное, что Джаст и компания будут бояться под ноль То есть если Оскар и его тиммейты этот раунд берут при условии того, что оппоненты не ставят бомбу, следующий будет экономический усол. То есть они могут сейчас одним выстрелом убить двух зайцев, идти на четвертый и на пятый раунд. Встреча на улице от Оскара. Но ну, Оскар, конечно, мега агрессивный снайпер. Я вот так смотрю за его действиями. Это, знаете, чем-то мне напоминает Моу в свое время. Да и Моу, в принципе, он такой. В Кейзе Тим тоже бывает, что куда-то вот прям залетит, знаете, на трене там вверх-вниз десантируется, попытается убить игрока с авиком и так далее. Вот Оскар, он тоже такого поля ягода, то есть он прям может, может взлететь куда-то, агрессивно стреляться и так далее. Но здесь тем временем агрессивно стреляют не только снайперские девайсы, но и риттеры. И да, пускай Оскар там неплохо оборонял улицу, но тиммейты на точке А вовсе не справляются. И пока что Соу очень круто находит для себя опции. То есть изначально у них получалось проходить улицу, они в начале, ну, раунда 2-3 нам это показывали. После чего решили пойти на рампу. У них там тоже все шло круто. Одного игрока запускали через винты, либо через секрет. И с Сами зажимали рампу с двух сторон, соответственно. Вот, здесь тенденция немного иная. Мы видим, что, ребят, да, где-то не получилось на рампе, подключился туда Оскар. Соответственно, ну, раз у нас много, как бы, э, внимания стянуто на рампу плюс аутсайд, пойдемте на точку А. В итоге там Синерс вообще к этому не были готовы. И первая половина за португальским составом так точно уходит. Лустрика у Синерс нет, поэтому тут об экономическом раунде задумываться не стоит. Это будет, естественно, форс бай. Оскар даст, я думаю, дропчик. И бай должен быть таким. Весьма неплохим, но, опять же, для Соу надо держать в голове, что если этот раунд они берут, это потенциально выход на 9-10, но 10 атаке, вы сами понимаете, даже при нынешних тенденциях это слишком много. Ну что, в чате у нас есть ребята, которые сумеют вот прямо сейчас угадать счет. Ну давайте в чате напишите просто, с каким счетом закончится именно первая половина. То есть там в районе 10-5, я не знаю. 9-6 и так далее И решили все-таки Эко сыграть Ну, видимо, за счет того, что Оскар с ВП Как бы у него есть накопление в следующем раунде Там потенциально может дроп дать, если засейвит авик Ну, вроде как, Нормас Это, наверное, лучше, чем Форсить там с плохими девайсами И в случае чего отправляться на 3-10 но при этом, опять же, в этом раунде желательно все-таки Оскар, да, попытаться сделать какие-то киллы, подсейвить АВП в случае чего. Ну и за этот раунд тоже надо цепляться, потому что когда такой разгромный счет, то, ну, знаете, я всегда говорю, не летит с калаша, вернее, нет. Дигл не может, вернее, нет, еще раз. Калаш не может, Дигл поможет. Вот она моя пословица, соответственно. А, потому что действительно иногда такое бывает, что с девайсами не летит, взяли там диглы или тыкнай, да да не важно что, суть в том, что все, то раскрепощен, как бы чувствуешь себя по кайфу, летишь и убиваешь одного с другим. 11-4, 11-4, счет у нас самый популярный в чате, кто-то написал вообще 3-12, очень самоуверенный человек, но еще более самоуверенный парень, который написал 16, о, вернее 6-9, и тут действительно верит он, видимо, в то, что Синерс сумеет сейчас 3 раунда подряд взять, Ну не знаю, не знаю. Как по мне, что тут счет 4-11, конечно, ближе к реальности Какой-то раунд, наверное, Чехи сумеют зацепить Но в целом взять три подряд при таких тенденциях будет очень тяжело Не забываем, что у них каждый раунд ходит за два, в принципе, дается Ну и не уследил я, кстати говоря, у Стрикта был минимальный, у команды Синерс По девайсам тут все будет э, четко Я думаю, два ВП брать не особо-таки стоит Но ну, мы видим, что второй снайпер не шибко справляется То есть там Шок пытался брать два раунда подряд не выходило у него. То есть, как по мне, Оскара с АВП в принципе достаточно. Возможно, просто ему, знаете, играть в районе... Ну, тут тоже не угадаешь, понимаете? То есть, там было давление на улицу, он играл аутсайд. Было давление на рампы, он играл как бы под девяткой. Сейчас, как бы, выходы легкие на точку А, получается, от Соу. So. И самое главное, что когда у тебя получается все, то есть, у тебя, по сути, там, ну, 3-4, а то и 5 раундов, которые могут сработать, очень тяжело угадать. Просто обычно, знаете, у защиты есть опции. Там, я не знаю, они два раза запушили улицу, всех убили. И они уже понимают, что сайт можно немного отдать, потому что оппоненты, скорее всего, туда не пойдут. Ну, это такая утрированная очень версия стратегического плана на игру, так скажем. Ну, банально, знаете, там у оппонентов не получается выходить на точку А, и ты в теории понимаешь за диффан, что ну это будет Б. И можешь как-то угадывать. А когда у оппонентов получается все, то предугадать что-то крайне тяжело. И вот опять же, соус сейчас летят на улицу. И вроде как есть тут поджим от нового фрага. Крутой поджим, потому что, ну, он понимал, оппонент раскидали улицу, летит слишком много флешек, соответственно, это проход на аутсайд. Надо попытаться запушить лобби, отжать позиционку, потому что там, скорее всего, нет. И главное, он убил не просто какого-то рандомного игрока, он забрал Юркера когда люркера со стороны атаки нет, защита очень легко может на базу B перетягиваться, что нам и показывают ребят со стороны команд э, со стороны Синера, соответственно. Но даже это их не спасает. Тут подключается Роман, но фраг занимает неплохую позицию, о нем никто не знает. Минус мути как минимум. Кстати говоря, там киты несет бистик к своей команде. Но это тем временем, но фраг батит на себя идеально. И тиммейты с этим с этой тяжкой внимания, естественно, круто справляется. Погибает тем временем бистик. Ситуация 2 в 2. Киты, опять же, надо как-то подбирать, потому что без них будет очень тяжело. Но опять же, они очень невыгодно упали. А тут еще и джаст такой. Позиции лопает одного. Ну и Роман там добивает, соответственно, Оскара. Десятый раунд в копилке у команды Соу. И по сути. Вот так смотришь, да, вроде матч недавно начался. А уже португальцам надо всего лишь 6 раундов взять. И они побеждают на своем пике. Ну, естественно, здесь экономический. Все-таки счет 4-11 или там 3-12. Он ближе всего оказался к реальности. Действительно, респект вам большой. Кстати, поставьте, я не знаю, вот, напишите в чат, вы вообще хотели бы что-то видеть с баллами канала. Потому что на основном канале, то бишь на UCC лиге у нас были такие новшества, когда у нас вводили баллы канала, соответственно, были ставки и так далее. Мне кажется, можно было бы попробовать, знаете, сделать баллы канала и ставки а Ну, вот, допустим, там счет 2-2... Э, и комментатор делает голосование в чате за баллы канала, соответственно, там, с каким счетом закончится первая половина. И все вариации туда впихивает. Вот, соответственно, участники чата голосуют, и если Угадывают, то получают там баллы, за которые они могут что-то при... приобрести. Допустим, мерч, да, какой-то. Или там скин получить. Ну, скин хотя нельзя, вроде как. Ну, мерч, по крайней мере, да, он может в подарок там достаться, или что-то вроде того. Потому что, мне кажется, такая тема достаточно крутая. И у меня ощущение, что мы когда-нибудь до этого все-таки доберемся. Потому что баллы канала нынче на Твиче это имба, безусловно. Но пока у нас э -э, беднеется 11, в принципе. И, скорее всего, здесь даже с четвертый раунд возьмут ребята из Синра, шансов на камбэк будет, честно говоря, немного. То есть там, знаете, все будет зависеть от пистолетки. Пистолетку возьму, да, какой-то камбэк является возможным. Если нет, то можно забыть вообще о Нюнике и нестись на свой пик, что, кстати говоря, меня удивило. Будет карта Вертига. Не ре... вернее, не часто можно увидеть в одном противостоянии и Нюк Вертига, потому что это такие одни из самых непопулярных карт, наверное. Но Вертига так точно, ее вообще все хейтят. Ну да ладно. Здесь, кстати говоря, планируется фаст выход по точку А, возможно, все-таки 5 игроков в лобби, на улице никого не оставили, раскидали уже гранаты, Бичник готов все это дело принимать, Спрейдаун да, он полетел все в блайнде, просто минус 2 на равном месте, смещается сюда еще и фраг. ну, из его позиции можно килл найти, его вообще никто не читает, вы посмотрите, но в итоге, да, справляется стрельбу убивает одного игрока, мутерис, да, размен, и, кстати говоря, Роман остался 1 x 2 но этот парень, хотелось сказать... Этот парень был из тех. И вот это все но на самом деле надежда была, ну и всплыла, соответственно, с шотом от Оскара. Все-таки четвертый раунд имеется, друзья. Большинство из чата угадало, какой будет, какие будут цифры на табло в рамках первой половины. Но опять же, то, о чем я говорил, судьбоносная пистолетка, если ее берут ребята из Синерс, то какие-то шансы появляются. Если нет, то уже несемся, так скажем, на вертига, где, наверное, будет самое интересное. Этот парень был из тех, кто пер на АВП. Ну, вот, вроде того, на самом деле. Добавьте сейчас что-то за баллы канала, так сейчас их нет, вот в чем дело. То есть они отключены. Ну, нет как бы смысла делать баллы канала, если за них ты ничего не сможешь купить. Ладно, посмотрим за пистолеткой. Кстати, если раз интересную пистолетку играете, вы посмотрите. Два с улицы, двое десантируются с мейна, они вот так вот уже наседают на улицу. Стадода как бы собрал информацию, но собрал еще и пулю в свой а качан, соответственно смещается в направлении точки А. Ну и тут надо запушить на самом деле лобби просто-напросто. Ну и на базу Б стянуться, потому что понимание четко есть, что это будет BSA. Это боже, как эти ЮСПы работают, вы посмотрите. Вот команды Соу. So. Просто вот 4 тела синхронно все тапом в голову. Зетка конечно, остается в соло. У него и пистолет неплохой, кстати говоря. С под 2000 можно поработать. То есть даже где-то в тело добить. Это, наверное, одно из преимуществ данного, пекаля, потому что с Юспатом очень тяжело в тело иногда бывает допиливать. Вот с по 2000 где-то там можно и в спинку, особо не целиться по затылкам и так далее. Запрыгивает он на 9, но опять же оппонента контролит бомбы, я так понимаю, на базе Б. И ему, естественно, точка A не пригодится абсолютно никак. И сейчас он просто собирает инфу, но в дальнейшем придется стягиваться вниз, а там как бы перекрестный огонь, крутые позиции. И а он потащить такой будет очень тяжело. Оп, стадода. Ну, явно видно, видно, что не петербуржец. Просто закрыл дверь прям перед лицом Зетка. И он, естественно, здесь будет падать. 4-12. И победа Сол крайне близка. Тут, я думаю, ну, надеяться на то, что сейчас Синер сыграют Эко. После чего там затащат кучу девайсных раундов подряд. Не приходится, потому что счет уже будет 4-13. И там, извините меня, одна ошибка. И вы действительно карты полностью лишаетесь. Ну да, такой филерный раунд, филерный раунд у нас будет стартовать на самом деле. Кстати говоря, противостояние-то, друзья, уже в плей-оффе. И команда, которая здесь проигрывает, падает в нижнюю сетку. И дело-то в том, что в нижней сетке оппоненты очень-очень сильные. То есть, если что, команда, которая проигрывает этот матч, падает на Форзе. А Форзе, ну вы видели, что они на Эромере делают. То есть, ребята в очень хорошей форме. И пускай они там предыдущий матч в верхней сетке, соответственно, проиграли команде Соу. Но сейчас они действительно набрали оборотов и как по... А, нет, погодите, нет-нет-нет, это не так Команда, которая здесь проигрывает, падает на победителя пары Endpoint and Tropic Что, в принципе, тоже это очень сильно Потому что там, с одной стороны, Endpoint, 25 место в рейтинге Другое дело, Entropic, 23 Ну, вы понимаете, команды тоже там, условно, на пике Поэтому в нижнюю сетку падать я бы не советовал ни одному коллективу Потому что оттуда можно будет уже и не выбраться С другой стороны, если вы побеждаете здесь, вы попадаете уже в полуфинал А это, друзья мои, минимум третье место что. То есть, соответственно, призовой фонд вам будет обеспечен. Но, опять же, призовой фонд здесь распределен таким образом, что вы очень много получаете за первое-второе место. То есть, вдумайтесь, первое место 47 с лишним тысяч долларов, второе место 14, а за третье четвертый 5 и 3 тысячи. но ну, вы понимаете, то есть, разница огромная, конечно. Здесь, ну и посмотрим, сумеет ли. В эту разницу взлетит ребята из Синнерс. Закупаются они. Такой бай надежды: либо сейчас, либо никогда. Играют в контроль лобби. Один игрок лишь находится на аутсайте. Ну и Соло, опять же, не принимая какой-либо инициативу, пока что тоже играют очень пассивно. Хотя, опять же, когда у вас две ППшки на руках, мне кажется, стоит вспомнить тактику команды Secret, которая просто первый же девайс на раунд с ППшками играли в пуш-лобби. Я не знаю, там два игрока врываются с будки, двойка лечит через сквик, и один из игроков, соответственно, через радио. Ну, не совсем так, но вы понимаете, я утрирую. Здесь будет попытка, соответственно, сыграть уже на приемку, безусловно. Но, тем не менее, информацию хотелось бы собрать, потому что пока непонятно, где Синрас, в принципе, находится. Поэтому какие-либо поджимы все равно возможны. Гранаты при этом халдят, то есть имеется там зажигательная граната в количестве двух штук. И в момент выхода можно их будет опрокинуть. Пока что летит лишь хаешка. Джаз занимает позицию на будке. И она будет здесь ключевой, потому что планируют все-таки чеки выйти именно на верхнюю точку. Бистик будет сплитить все это дело с аутсайта. Но здесь позиции с убойные. Я думаю, с улицы хелпа от Синерс не придет. И все вопросы по игрокам в сайте, естественно. Начинается выход. С мейна хелпа прилетел со стороны Романа. Ну вот Джаз uh, живет, но фраг своего не дал. Вот в чем дело. Там еще каким-то чудом игрок на улице все-таки пал. И такой легкий раунд получился для Синдерс. Причем, ну, такой он достаточно простой, знаете. Ну, просто взлетим под точку А, там, под парочку гранаты. Насколько, знаете, простое решение, насколько легко его предпринять. И насколько так же легко этот раунд им дался. То есть просто залетели, пару киллов, и все на этом закончилось. И боешься со снайперской винтовкой, естественно. Вот ребята соу, так как в предыдущем раунде оставили там какие-то ППшки. С ППшки сделали килл, но вы понимаете, ресурсы какие-то остались. И здесь арки начинают уже работать по радио, кстати говоря. Интересно, потому что обычно снайпер... Ну, Оскар, допустим, первый девайсный свой, <coughs> извиняюсь, со стороны защиты сыграл в направлении Сквика. Потом отыгрывал с улицы, ну а тут сразу подключение на рампу. Интересно, конечно, решение от арки. Мне кажется, испанцы здесь могут и не ожидать банально. Вылетает Джаст тем временем через будку, но ему лучше не агрессировать на самом деле, потому что Неофраг уже тут как тут, Роман конечно спасает опять же своего тиммейта, прыгивает в сайт, но пока так, знаете, Синрос такое ощущение, что забайтили их, запушить будку все-таки, за что они были наказаны, там еще и арки, как я говорил, не читали, но это тяжело воспринять, когда на втором девайсном раунде у тебя авик на рампах. То есть я говорю, ты в принципе можешь немного там не досчитаться по экономике, и не понимать, будет там АВП или нет. А тут, извините меня, Авик еще и в такой позиции. Очень тяжело что-то сделать. Вот этой ситуации 3 в 5, но каленые игроки со стороны команды Соу, поэтому шансы есть. Плюс мы помним, что в предыдущем раунде Бистик очень легко прошел улицу. Если сейчас что-то подобное будет, то можно и откамбачить это дело. Флешка летит в направлении «Мэйн», справляется Мутирис с Бистика. Ну и Зетка здесь пытается просто как-то, я не знаю, отсрочить такое ощущение неизбежно, потому что Джаст в любом случае набудка, в любом случае он тебя накроет. И это 14 раунд для команды Соу два до победы. Ну и такое ощущение, что мы будем уже смотреть такую предсмертную агонию от Синерс, где они в любом случае должны проигрывать. Это мне чем-то, кстати, напоминает матч, знаете, Форза против... А, вот, как раз Форза против Соу. Они играли предыдущее противостояние, проиграли Даст достаточно разгромно. И вот они на Нюке проигрывали со счетом, если не ошибаюсь, по-моему, 2-10. И чтобы вы понимали, они победили в итоге со счетом 16-12. Вот эти, по-моему, два раунда всего отдали или около того. Падает Мутирис. Ну и здесь неплохо пока что по агрессии справляются ребята в направлении аутсайта. Но вот агрессивные какие-то раунды могут работать на самом деле. Стадода оставили особо без хп. Отходит он назад. Ну, и, кстати, интересный момент, да? До этого играл Арки с Авиком, будучи опорником Рамп. Здесь же снайперскую винтовку заполучил уже основной снайпер. Ну и Стадода пока смотрится неплохо. Однако Синерс отжали для себя улицу. Но опять же, с этой улицы такое ощущение, что выйти будет некуда. Потому что в секрете находится Роман. Там, вроде вроде девятка тоже должны были принимать вдвоем. Но Роман здесь не справляется еще и с улицей. Но по стрельбе, конечно, тотально не залетел сейчас с игроков защиты. Тут еще и Зетка должен свой килл находить. Ну и Стадода, понятное дело, свое последнее слово вряд ли скажет с таким количеством хп. По идее, тут шестой раунд для Синерс, но мы понимаем, что пока это не значит ничего. Но вот если они возьмут, там, я не знаю, раундов 5 к ряду, тогда да, можно будет заговорить о камбэке, и то шансов будет не то чтобы очень много. Но пока что их еще меньше того, о чем я могу помечтать, безусловно. Мне тут вспоминается сразу матч Синерс против команды Гамбит в финале одного из турниров. Это был... Вулкан, да, это был Вулкан, соответственно С призывом, по-моему, около 100 тысяч долларов И там, короче говоря, в финале встретились Как раз Гамбит и ребята из Синерс Синерс вообще никто в финале не ожидал увидеть но ну, а Гамбит, вы понимаете, они тогда уже были на пике Тогда уже там входили в топ-20 И, естественно, ну, как бы Финал все им пророчили Так вот, они туда попали и развалили достаточно легко В плане того, что Оскар не мог включиться То есть там две карты вроде там в районе 16-12 закончились, но у Оскара было Слишком мало хп, о, вернее, слишком мало Хп киллов при том, что его оппонент в лице Шира, конечно, настреливал очень много. И вот у Синрас частенько такая беда. То есть, если один игрок не включается, то именно в защите им без Оскара очень тяжело бывает. Ну, а в атаке много зависит от того же Бистика, да, который очень агрессивно играет. То есть, на таких картах, как Трейн, его запускают там постоянно на Олов, Но никем мы видим его направление, это улица в основном. И вот он зайдет там, как-то промутится, запушит или нет, это вопрос. Потому что тиммейт ему там помогают стенкой смоков максимум. В дальнейшем он как бы один в поле воина и не всегда это работает. Экономический раунд, выход на 7-14, но это все равно двукратное преимущество в любом случае. Синер с Вертигой хорошо играют, они ТБ пробьют и заберут карту. Пишут в чате, но... Так в том-то и дело, тут, понимаете, такие команды и такой распик, что, в принципе, ну, мне лично непонятно, кто победит. То есть, да, я отдал свое предпочтение команде Soul, но в целом, так смотришь, то есть на нюке 61% у Синрос, 71% у Soul. На вертига 75 у Синерс, 65 у Соу, ну вы понимаете. Ну, другое дело, что Синерс сыграли за 3 месяца 36 Карта вертига, если что, 36, друзья Это реально какие-то рекорды То есть, чтобы вы понимали, за 3 месяца у многих там Тир-1 команд такое количество карт А тут у ребят за это время на одной карте столько сыграно, это очень много Подскажите, что значит ТБ Ну, ТБ это, соответственно, тотал по раундам обычно То есть, допустим, ты делаешь ставку на то Возьмет ли та или иная команда 12 раундов или там будет ли, я не знаю Сыграно 26 с половиной раундов В рамках той или иной карты вот, примерно это и есть ТБ. Ну, есть ТМ, в свою очередь. То есть, что команды там не доберутся до какого-либо счета. Что одна команда там не возьмут, допустим, 8 раундов, на позитив того. Ну, и зачастую такое прикольно ставить, когда ты там, допустим, ну, смотришь за аутсайдерами. То есть, там условная команда, которая... Ты понимаешь, что не победит, смысла ставить нет. Но ты думаешь, что на какой-то карте они могут там взять э, какое-то количество раундов. И ставишь на это. Тотал -то раундов больше, чем 26. Ну, вот не всегда. То есть, там ТБ, оно... Uh, естественно, ковелируют с тем, что... Ну, во-первых, какой сайт, там иногда на некоторых сайтах, знаете, ставки типа возьмет ли команда 9 раундов, возьмет ли команда 10 раундов и так далее, соответственно. До девайс там раунда мы так и не добрались, кстати говоря. Со, so, до этого играли форс чисто с диглами. У них эта история не пошла. Ну, даже не форс, они немного ресурсов оставляли чтобы в девайсном раунде уже полноценно закупиться. В этом плане ребята молодцы, потому что, знаете, вот эти бесконечные форсы, когда ты уже почти выиграл, ну, они иногда до добра не доводят. Просто, ну, у тебя последний шаг, и он обычно тяжелый самый. Я думаю, вы много матчей смотрели, где команда забирает 15 а после этого у них ступор просто какой-то. Ну и, кстати, в этом раунде укрепление отработает. Здесь все-таки три игрока на рампах. И вот так агрессивно выходить без гранат, наверное, не стоило. Команда Синерс. Здесь вот, конечно, более как лев львиный, но и он падет. И последним останется бистик. Очень легкий раунд сейчас получился от Соу. То есть, опять же, ну вот, красавцы. Многие команды, знаете, играют эко-раунды, и они вообще ничего не придумывают. То есть просто сидят там с диглами в дефолтных позициях. И это, как правило, абсолютно не работает. Здесь абсолютно иная история. Ребята понимали, у нас проблема по девайсам. Если мы будем просто играть дефолт, нас банально переиграют оппонентов и больше гранат, и лучше вепаны. Они решили угадать. Угадайка сработала, и они заслужили здесь 15-й раунд тот самый. И остается все это дело только добить, естественно. Бай будет у Шока и компании, но мы понимаем, что, конечно, взять 8 подряд. Я где-то такой видел, но это скорее были такие команды там по типу ВП и так далее. А здесь э, немного иная история. Тем не менее, ребята попытаются. Три игрока на улице, противостоять всему этому делу будет, естественно, мутирист, который разобрался уже за красный. Позиция отличная, еще и тиммейт находится в районе мейна. боже, ты мой мутирист, и никто не чекает, какой спрейдаун по двоим, а тут и третьего вариант можно забирать, а четвертого будет лишь шот. Да, уже, в принципе, не важно, потому что тиммейты тут как тут. Все еще... Имеется игрок в мэне, и вы представьте, как он Сейчас засейвал как раз Романа Роман сидит, слышит, уже готов принимать а В итоге тиммейт одним справим просто закрывает Троих, очень красивая работа от Мутириса Но, тем не менее, база бета Все еще открыта для игроков защиты И пройти туда, поставить плент И сыграть в ретейк, в принципе, возможно но а ретейки на нижней точке, вы понимаете Это всегда какие-то тайминги, и в этих таймингах Даже в меньшинстве может где-то повезти Стянулся сюда все-таки Джаст ну, ему надо, по идее, занять за перилами позицию, либо отойти на часы, и один килл он процентов будет давать. Синерс, конечно, будут заходить, вроде как все неплохо, но, опять же, вот уже Арки подошел в спину. Слишком медленно они это делают. То есть, наверное, надо было прям рынуться, прям так скажем, под э, нижнюю точку. Ну а так, пока они халдили, тут уже перетянулся джаз, да и в любом случае, даже если бы он не сработал, всегда были тиммейты со спины. 16 от 7, достаточно простая первая карта от Соу. Но опять же, на то это их пик, и, наверное, многие ребята из чата надеялись именно на это. Но впереди вертига, где у Сина сыграно за 3 месяца 36 карт, винрейт 75%. И естественно, я ожидаю от них наилучшего результата. Это, если что, я, друзья, меня недавно колонировали, если кто не знает. То есть я изначально был парнем слева, но меня недавно разделили на два. Соответственно, я теперь два человека. Пишите, какой из вам больше нравится. Один за Шейла слева, другой за Шейла справа, соответственно. Ну, а я с вами буду прощаться на небольшую рекламную музыкальную паузу. Буквально 5-10 минут, и мы посмотрим, что там по вертигу у Синдерс, естественно. И будем надеяться, что третью решающую мы тоже сегодня увидим. And I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me so I've been flying from town to town